О, царь великий государь! Ходили мы в страны Вифлеемские, сбивали всех младенцев, сущих первенцев. Одна госпожа Рахиль не дает своих чада убить, хочет и вашей милости просить. Что она такова? Приведите ее сюда. Пойдем и приведем! Возьми его и убей. О, царь, помилуй мое чадо. Воин, возьми его и убей, чтобы не было душе и телу скорбей.